товарищи! Жив, здоровья, товарищ покой! Так, ну, у нас первая такая ласточка, ну уже не первая ласточка, уже вторая ласточка. И думаю, даже не вторая, а третья ласточка. Кто-то уже съездил, отдохнул у нас по путевкам профсоюза. Было такое дело? Было дело. Ну это у вас. Да, это лучше у наших спросить. Поэтому, скажем так, мы эту тему немножко развиваем. Профсоюз потихонечку продолжает помогать. Тихо, незаметно, скромно, вот, не выпячивая себя. Нам передали чуть-чуть обуви. Надо будет купить у кого не очень хорошая обувь, провести замену. Что там у вас, Артём? Вот такого типа берцы. Ну, вот это не советские, в смысле, не украинские берцы. Я так предполагаю, кожаные, поэтому... Ну, я так думаю, что кому-то будет хоть и БУ, но значительно удобнее, чем в наших доблестных сапогах холодных из рыбьей кожи. Вот. Поэтому мы еще раз выражаем благодарность нашему профсоюзу за их помощь. Вот, огромное спасибо вам. Вот, а мы, как говорится, будем помогать. Да, не подведем. Наш же профсоюз. Вот, поэтому спасибо огромное. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество. Вот. Ну, а так, в общем-то, вам еще раз и еще раз спасибо.